Здравствуйте, дорогие друзья! Я сегодня в Москве на выставке «Салон каминов 2021». Ну, конечно же, события последнего года наложили свой чудовищный отпечаток на весь выставочный бизнес во всей России. Поэтому выставка, конечно же, не идет ни в какое сравнение даже с прошлогодней, которая тоже была не самой большой. Но радует то, что на этой выставке остались, пожалуй, самые сильные игроки. И мы очень рады, что среди них есть партнеры компании «Фарнакс». Естественно, это компания «Экокамин», компания «Гефест», европейские камины, на которых представлена часть продукции, которой также мы занимаемся. Может, конечно, показаться, что выставка оживленная, большая. Да, действительно, народу очень много, но выставка уменьшилась, конечно же, в разы. Но все равно есть на что посмотреть. И давайте знакомиться с продукцией компаний, представленных на выставке «Салон каминов 2021». На входе в выставочный зал представлена компания «Экокамин». Очень много новинок, как среди печей каминов, так и новая интересная банная печь «Медведь». Она в скором будущем появится в ассортименте компании «Фарнакс». Мы ее детально рассмотрим, в том числе и у себя в магазине. Этой печи мы посвятим отдельный ролик. Напротив, сразу на входе, огромный стенд компании «Гефест», которая производит чугунные банные печи премиального класса. В облицовке из различного камня. С их специалистом мы тоже сегодня пообщаемся и узнаем, что у них появилось нового в этом году. Стенд европейских каминов представлен зарубежными производителями. Очень много островных моделей. Отдельно стоящих каминов самого разного размера. И, естественно, чугунных топок «Шазель». Также новый игрок на рынке банных печей — компания «Стальмастер», с новыми печами, изготовленными из котловой стали 09G2S. Компания «Сауна.ру» вставляет оборудование «Харви», «Саво». Мы с ними тоже активно работаем. И наш отечественный производитель электрокаминок — «Урал Мигматерм». Их продукция также представлена на сайте farnax.ru. Очень интересная, доступная по цене. Ермак. Приветствую. Я просто пришла. Значит, это все как... Ну и тяжеленные печи сабантуй. Вот, собственно, и вся выставка. Конечно, представлены еще другие производители, но их немного. Но я думаю, самое интересное мы с вами увидим и пообщаемся с представителями компаний, узнаем, что они представили нового в этом году и чем мы будем радовать своих покупателей.